His opponent, ladies and gentlemen, red corner, fighter representing Ukraine, Mykola Pasiuk. Давид мочи, говорит. Мать, ты забиваешь, все, работай. Хорошо, пробуй на руку. Да, возьми руку.
руку, вяжи на руку. Зашу руку. Вяжи на руку, встаешь. Давай на руку делай. Делай, ты уволишь. Вынимай, Коля, делай. Давид, давай. Хорошо, делай. Все, вынимай. Вынимай ногу. Ногу вынимай, Коля. Коля, вынимай, вынимай. Вставляй. Вот сейчас. Бей. Ну, Додик, так сказать. Я живу, я живу. Не, я буду на мой зуб. Ух ты, 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 Дивись, ты стоять, ты сам. И дай руку одну опусти под голову. Ох, видай, за... Одну под голову опусти руку. Да! Все, застегивай. Вторую руку убери. Пошли прямо шею. Хорошо, хорошо. Дыши. Дыши, сказал. Горе ему делал. Горе, ну. Ага. Сбивай. Колено. Хорошо, Коля, еще ниже. Хорошо. Нет, Давид, это было. Горе, давай ногу, там сверху залезть надо. Вынимай ногу. Вынимай ножку, по корпусу работай. По корпусу голова там работает. Хорошо, еще сильнее. Давид, все, разбивай. Давай, на него залазь, на фунмал. Не, брат, не иди. Хорошо, еще. Давай, давай. Разбивай. Разбивай. Ladies and gentlemen, at the very first round, after 3 minutes 48 seconds, by technical knockout, the winner is Red Cross.